Здравствуйте, мои дорогие. Ну и раз уже заговорила о посылке с интернет-магазина «Морошка», ссылочку на сайт скину вниз, решила и сделать еще один обзор. У меня прислано было два продукта. Один вот кондиционер для волос и второй вот такой вот порошок для мытья лица и тела. Конечно, звучит как-то немножко как вот зубной порошок и для мытья. Ну, в общем, немножко звучит не очень, но в целом реально крутая штука, девочки. Это прыщи сразу уходят, то есть вот если на лице какие-то, вот у меня на лбу в последнее время что-то как-то, какая-то трабл выскакивает, и мои, все эти мои как бы маски, все это не помогает, нужно реально глубокое очищение, и это единственная вещь, которая мне прыщи, ну, будем откровенно говорить, да, прыщи с лица убрала, это реально крутая штука, это значит... Это просто, ну, я не знаю, когда я выбирала, что мне заказать, как бы, ну, чтобы мне прислали на обзор, там уже было несколько видео, несколько или одно, ну, еще не помню, было видео по поводу вот этого порошка, меня как бы заинтересовала сама формулировка «порошок для мытья лица и тела», ну, в общем, я решила его заказать. Тема, оттенок, что у меня в голове? Марка. Веда Ведика. Очищает, увлажняет. Увлажняет, не знаю. Дезодорирует кожу. Не знаю, очищает, да. Защита от ультрафиолетовых лучей. 100% аюрведическое средство. Состав. И вот тут перечислен состав. Это все состав. Тут какие-то суперкомпоненты. Каждые 100 грамм содержит. Китайская роза, мыльный орех, ним, ветивер, бакопа манье, сандал, амла. Бабхитаки, бильва, харитаки, грязь, мультимити, мультанимити, вот, дикая роза, куркума, куркума амада, лотос орехоносный, кора дерева лодх, марена сердцелистная, я просто ради прикола, честно говоря, читаю, сыть круглая, мандарин, красное сандаловое дерево, базилик священный, костус красивый, лавсония, базилик благородный, отдушка сандал. Ой, мама родная. Ну, в общем, тут, конечно, патентованное аюрведическое средство. Создано 23 целебных трав и растений с добавлением лечебной грязи мултанимити. Ну, я не знаю, как вот... Мультани, митти, малтани, ну, в общем, как-то. Используя травяной порошок Веда Ведика, во время душа вы испытаете огромное удовольствие. Ваша кожа, помимо очищения, получит питание, увлажнение и косметический уход, обретет защиту от ультрафиолетовых лучей. Способ применения. Необходимое количество порошка развести теплой водой до получения однородной консистенции. Массирующими движениями нанести на влажное тело. Я, наверное, что-то... СЧ, что это такое? Я что-то туплю. Кожа лица обращается, видимо, не знаю, ну, в общем, что-то... Ну, я туплю, девочки, извините. Обращается более бережно, не надавливайте и не растягивайте, наносите пасту легкими движениями. Затем смойте водой, и вы ощутите свежесть и приятную гладкость. Подходит для любого типа кожи, только для наружного применения. Сделано в Индии. Ну, кстати, я не была в Индии, но мне вот этот запах как-то и напоминает почему-то Индию, хотя я не была в ней. Ну, мне кажется, что в Индии именно так вот какими-то там пряностями, травами, какими-то вот этими всеми вещами пахнет. Вот. Значит, что? На тело я не пробовала, потому что его не так, в принципе, много, и я не могу немножко подобрать, скажем так, расход его правильно, чтобы его не чтобы он у меня быстро не кончился, поэтому я пользуюсь им только на лицо. Господи, какая я лохматая, какой-то просто кошмар. Вот. Пользуюсь на лицо, выглядит, конечно, это конкретно кучу грязи вы намазали на лицо, ну что мы, девочки, не сделаем ради красоты. Я однажды появилась, сделала небольшую, как-то так это, появилась перед мужем, он так... Что с тобой? Я так, а-та-ра-та. Вот такая вот я красавица. Ну, я спокойна в этих планах. Я могу и в маске перед ним походить. Может, кто-то посчитает, что это не очень хорошо. Ну, пусть знает, какой ценой мне это все достается, какую красоту я намазываю в кавычках на лицо. Использую, смотрю вот на эту крынку. Эта крынка, на самом деле, мне досталась от марки Чинзана. Ну, это этот Мартини.
Но это единственная крынка, которую я, в принципе, ну, мне помогла справиться с этим порошком. Значит, наливаю я туда чуть-чуть водички, и вот как раз я не могу сбалансировать количество, то, что я наношу на лицо, у меня либо остается, либо не хватает, и, в общем, как-то тут дозацию вот эту я никак не могу для себя еще правильно выработать. Сам порошок выглядит, крышка открывается, пахнет он вот, я не знаю, сандал как пахнет, вот честно, я серый пещерный человек, но... Очень много таких ароматических палочек с таким запахом. Именно вот, вот такой вот запах. Вот, таким, вот так вот он выглядит. Вот абсолютно порошок. И тут вот эти дырочки. Можно попробовать чуть-чуть его... Нет. Сейчас я его попробую высыпать, если... О, вот так вот. Чтобы вы его посмотрели. Вот абсолютно порошок такой. Вот. Такой вот порошковое средство, разводишь его водой, наносишь на лицо, и вуаля, у тебя все супер. У него очень много таких частиц, достаточно твердых, хотя когда вот тут вот трогаешь, абсолютно порошок, но когда он разводится водой, он становится таким немножко со скрабирующим эффектом, за счет чего он очищает вот эти омертвевшие клетки кожи и глубоко впитывается в поры и выталкивает вот эту грязь. Помимо того, что тут еще травы вот этой куча разной, которую я прочитала много. Вот. И такое... Сначала немножко жжение, да, меня всегда пугает, когда я что-то наношу новое на лицо, я не очень люблю с этим, скажем, экспериментировать, потому что у меня очень такое чувствительное лицо, чуть-чуть поначалу щипало, но потом, как бы, жжение это проходит, чуть-чуть щипание это, и просто очень приятный потом свежий такой, свежее ощущение на лице, и реально он всю грязь уводит. Ну, то есть не с первого раза, конечно, не со второго раза, так с четвертого, с пятого уже получше будет. То есть, ну вот, если у меня как бы обсыпает, грубо говоря, прыщами, я беру вот эту штуку, и просто им надо, по сути, умываться. Я поначалу его разотру, так потру это все дело, все свои какие-то проблемные моменты потру, и оставляю, пока он чуть-чуть подсохнет. Я не знаю, может быть, это не очень правильно, но мне вот в таком форме действия мне он помогает. Минут на 5, он такой очень быстро засыхает, получается такая грязь, засохшая на лице, ужасно выглядящая. Вот. И потом берете, просто смываете это все дело вместе со всей этой грязью на лице. И какой-нибудь там увлажняющий просто потом кремчик или еще что-то, какую-то масочку очищающую тоже. То есть вот таким методом у меня просто исчезают эти все прыщи. Он очень подсушивает вот эти все моменты, вот эта штука. То есть вообще без вопросов. Очень крутая вещь. Я даже не знаю, сколько можно дифирамбов ей петь, но... Ну, реально, если не попробуешь, просто не поймешь. То есть он стоит, конечно, в районе где-то, по-моему, 500 рублей. Но, девочки, не пожалейте, реально, приобретите. Очень крутая вещь. Я не знаю, для тела, может быть, у кого-то, если есть какие-то проблемы, ну, там, может, на теле, прыщики там или еще что-то, может быть, он и поможет, вот этот порошочек. Вот. Но для лица просто вообще незаменимая вещь, очень крутая. И даже если она кончится, я, скорее всего, куплю вторую. Ну, вот у них уже куплю. Вот, ну, я не знаю, что еще сказать, потому что, ну, реально очень здоровская вещь, очень-очень здорово очищает, ну, не знаю, увлажняет, не увлажняет, ну, как я не почувствовала, но очищение, то, что мне нужно было, я от него получила. То, что вот он убирает эту всю сыпь, это да, это, ну, это вообще, это какое-то волшебство просто, очень здоровское. Вот. Я не знаю, что еще сказать, потому что, ну, у меня реально восторг, и вот такое вот очень-очень ура-ура, что такое средство у меня теперь есть. Что еще сказать? Ну, наверное, все. Сойдите на сайтик, почитайте. Может быть, если захотите, закажите, попробуйте. Я думаю, что она, эта штука, подойдет всем. Всем спасибо за внимание. Оставляйте комментарии, подписывайтесь. Пока-пока.